и представитель Приволжского федерального округа Роман Назаров. Встреча за бронзовый медаль. На достаточно первого финал среди мужчин, весом до 90 кг. Представитель города Москвы Давид Витюльевич и Матвей Приволжский. Михаил Зинин, Санкт-Петербург, Бонзовый, Бронзовый, Бонзовый.
Abbiamo un amico che ci ha dato un'altra cosa, ma non è stato un'altra cosa.